Давайте еще раз попробуем прожарить кого-нибудь. Так, соперник. Угу. Катюша. Так, с Катюшей у нас разговор короткий. Нужно идти на пролом и стараться, конечно же, максимально его прижать. Вот, все, мы его прижали и уничтожили. Получаем вторую звезду. И нам сейчас еще взять надо третью звездочку и посмотрим, что нам будет в сундучке. Так, следующий у нас жнец. Так, со жнецом как дело обстоит. Такая же самая ситуация. Нет, он внутри. Ай-я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 й, отходим. Ах, мы не надо, отходим и мы все собираем. Лучше на одном месте постоять. Ой, так, как ты мне надоел, это жнец. Ты что, еще заехать не можешь, да? Ну давайте подождем, сможет заехать он или нет? Нет, заехал. Заехал, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как он меня пострелял. А что делать в этой ситуации? Сейчас подождем. Немножечко его обжарим и спускаемся вниз. Ай-я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 й. Так, вот здесь стоим. Да, чуть-чуть-то его оставалось, жизни-то мало у него было. Сундучок. Давайте откроем, посмотрим, что в сундучке. В сундучке эпический танк. Ребята, нам выпал танк. Арахнит. Ребята, мы открыли только что с вами арахнит. Как здорово, как классно вообще. Шикарно. Эх, ну что ж, давайте попробуем классически поиграем. Атака Марса. И возьмем наш эпический танк Арахнит. Вот он. Поехали. Ага. Так, вот так он стреляет у нас. Прикольно. О, где-то здесь летает. Кто-то летает. Кого-то мы попадаем. Ну смотри, он нормально уничтожил его, врага. О, монеток у нас много, 3800, почти что 4000 монет. Ну давай, посмотрим. А, кто там еще у нас будет? О, нифига. Вот это арахнит, вот это танк. Я всегда считал, что он никудышный танк, а он-то он, смотри какой. Блин, а что ты не попадаешь в него? Ну смотри, несколько ударов ее уничтожили. Угу. Это уже интересно, ребята. Арахнидом играть. Несколько, смотри, выстрелов, и они умирают. Нифига, мне еще, считай, ни разу никто не нанес удар. Ну, вот этот сейчас немножко там. Это не считается. Ага, ладно. Идем дальше. Так, вот, слышу, кто-то летит. Есть один, и вот этого тоже надо сейчас уничтожить. Ах ты, гаденыш, на, получай, скоро будет босс. Вот, с боссом мы поиграем. Вот, с боссом интересно уже будет. Так, опять-таки, вот, все, босс, кто же босс? Ух, ё-моё, повелитель, нифига себе. Мы играем против повелителя. Мы посмотрим, сможем ли его уничтожить. Так, фига он прожаривает, тоже неплохо. Так, здесь сейчас станем. Есть. Все. Мы его уничтожили, ребятушки. Забираем ремкомплект. Да. Не сильно, конечно, но пойдет. Подлечились. Опа. Все, бригада пошла. Пошла бригада, мощная причем. Так, вертушку уничтожили. А еще, смотри, сколько их много. НЛОшек этих. На, все. Готово. Так, маленький танк. Ну, давай. Ох, нифига, как я его быстро. Один или два удара, и все. Ну, арахнит, что ты хотел? Это эпический танк. Крутой эпический танк. Конечно, он будет мощный. Ждем. Так, стреляем. Так, вот этого надо сразу уничтожать. Вот этих вот ребят.
О, и вот этих вот верхушек. А, верхушек не могу, мне нужно прям встать куда-то, чтобы прям на них нацеливаться. О, есть. Уничтожили мы их. Вот еще вот этого. Ай-яй-яй-яй, убили. Убили меня, ребята. Так, ребята, я снова на коне, я посмотрел рекламу. И мне дали второй шанс. Вторая попытка. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, ребятушки. Ай-яй-яй-яй-яй, куда? Чего я сюда-то полез? Алло. Так, ладно. Сейчас попробую их отщелкать всех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас меня уничтожат. Да, все уже. Да, уничтожили. Ну что ж. А, итого 153 монетки мы заработали. А, давайте, знаешь, что поделаем? В классический поиграем. А, поиграем в зимнюю войну. Давно я не играл. Кстати, можно купить новую раскраску. Но денег-то много. Чего ж не покупать-то раскраску-то? Вот таким вот синеньким теперь я буду. Синеньким арахнидом. Который достаточно еще пока слаб. Еще ни разу мы его не прокачивали. О, смотри. На тебе, дружище. Получай. Скоро 3000 будет монет. Да. А, ну здесь, в принципе, в зимней войне две монеты дают за сбитый танк. Но они как бы самые тут легкие, по идее. Вроде бы как легкие. О! Так, давай. Так, а ты урон получаешь? Интересно, если я буду рядышком стрелять. Ага, все, есть. Один и второй, смотри, тоже стоит. Ну, вот такой вот неприцельный огонь у арахнида. Как бы попадет, не попадет. Ну, вроде бы справляемся. О, Катюша. Мощный танк. Все-таки надо 3000 все-таки монет заработать. О, давай, едь сюда, дружище. Мы испытываем танк арахнид, как он вообще себя ведет. Но ходит он достаточно-таки медленно. Стреляет пока тоже медленно. Может быть, прокачивать надо, конечно. Посмотрим, как он с боссом справится. Так, красненький. Красненького уничтожили. И у нас появляется босс. А, босс, не, удар грома. Так, удар грома. Ну давай, давай, давай. Сейчас я попробую сюда подойти тебе. Чтоб ты меня не перевернул. Оп, все. Уничтожили. Ремкомплект забираем. Ну да. Оп, 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 оп. Есть. Второй тоже. Сейчас второго уничтожим. Все. Уничтожили. Ну, достаточно такие медленные, хотя, ну, щупальца должны побыстрее немножко двигаться, нет? Ну, и так нормально, да? А вот интересно, дойдем мы до второго босса или нет? На арахниде, но мы его, видишь, еще ни разу не прокачивали. Так, что ж ты такое-то, а? Стреляешь здесь, стоишь. Танк. Небольшой танк, но может тебя очень хорошо расстрелять, если ты близко к нему подойдешь. О, так, вот этот стреляет бомбочками. Но от своих же бомбочек он тоже погибает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Катюша приехала. Но. Так. Перевернулась, да? Бедолашка. На тебе. Все, разлетелись танки. Так, вот с этим что делать? Ох ты, смотри, как он меня хорошо попадает. О, а теперь я в него. Но чтобы отойти назад, мне потребовалось очень много времени. Ну, давай, тыщ-тыщ, тыщ-тыщ. Лазером, видишь, стреляет. Ну, такой вот танк интересный. О, опять ты. Так, а ну-ка, ну вблизи смотри, мне его не победить вблизи. Видишь, я в него не попадаю. Так, ну красненький, блин. Так, еще один красненький. Уничтожили. Ползет, ползет паучок наш. Так, здесь мы хорошо встанем. Сейчас будем
отстреливать. А, красненький меня уничтожил-то, ёлки-палки. Да, сколько там монет у меня? 60 монет заработано.